Здравствуйте. В эфире программа «Законодатели». Меня зовут Татьяна Молокова. Как работал парламент в первые месяцы года? Какие законопроекты принял? Подробнее прямо сейчас. Встречи депутатов с главой Чувашии стали уже традиционными. Во время открытого диалога обсуждаются актуальные вопросы, которые озвучивают избиратели. С момента вступления в должность глава Чувашии встретился с представителями парламентских фракций уже в четвертый раз. Только совместная работа может принести результаты. С этим согласились все присутствовавшие на встрече. Депутаты, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией опасного вируса, активно вели законотворческую работу. Принято 114 законов, из них 68 внес глава Чувашии. У нас в Чувашской республике принимаются самые взвешенные и юридически чистые законы. Можно сказать, всегда прокуратура их поддерживает, и не было таких отклонений. Некоторые законопроекты позволили снять некоторую напряженность и отчасти снизили негативные последствия пандемии. Среди них закон о детях войны, об увеличении размера республиканского материнского капитала, о величине прожиточного минимума, о поддержке предпринимателей. Немало инициатив шло от городских и районных собраний. Так, депутаты ЧГСД обратились в Госсовет с просьбой рассмотреть альтернативные меры поддержки многодетным семьям. Сейчас у нас имеется обращение главы города Чебоксара Картунова. Предоставление земельного участка многодетной семьи на сертификат или денежные выплаты. Это регион уже, 4 региона в Приволжском федеральном округе к этому пришли. Сергей Павлов попросил обсудить этот вопрос на уровне исполнительной власти. Закон о детях войны очень нуждается в материальном наполнении. Глава Чувашии ответил, что работа в этом направлении ведется, и в ближайшее время будут представлены предложения по финансовой и льготной поддержке. Отдельная тема разговора – предстоящие в этом году выборы депутатов Государственной Думы России и Государственного Совета Республики. Перед парламентом стоит задача провести нормативную базу в соответствии с законодательством и принятыми поправками в Конституцию. Требует уточнения порядок формирования избирательных фондов. Кроме того, активно обсуждается возможность выборов глав местных администраций. Олег Николаев призвал парламентариев активно участвовать в обсуждениях вопросов, которые волнуют жителей. Что вот такие вопросы, которые являются серьезно общественно значимыми и волнующими общество, должны, конечно, находить место и в вашем обсуждении в формате парламентских слушаний, с тем, чтобы народ поучаствовал в этом процессе, и услышал мнение парламента и, самое главное, видение. В разговоре участвовали представители всех партий, представленных в парламенте. Их интересуют вопросы реформирования местного самоуправления, обеспечения жильем детей-сирот и многодетных семей, экологические проблемы, связанные с переработкой ТКО, рекультивацией свалок, создание пунктов передержки бездомных животных в районах республики. Мы, безусловно, удовлетворены тем, что встреча с главой Чувашской республики проводится чаще. Мы выражаем надежду на активное взаимодействие и с главой Чувашской республики, и с администрацией его главы. И сегодня выразили несколько пожеланий касаемо взаимодействия с органами местного самоуправления. Такие встречи положительные, мы их оцениваем положительно и будем надеяться, что этот конструктив нам удастся сохранить, несмотря на то, что, как я уже сказал, год предвыборный. Но самая главная цель у нас у всех – это, безусловно, благо жителей Чувашской республики. Очень хороший диалог, и мне понравилось, и главное были все, именно такой рабочий орган. Все вопросы обсуждались, те, которые мы поднимали в течение 2020 года, да, и коммунисты, ЛДПР, мы, Справедливая Россия, именно все было по существу и по делу. Руководитель Чувашской республики, глава Чувашской республики Олег Алексеевич настроен на конструктивные, на выстраивание конструктивных отношений, на конструктивный диалог с разными партиями. Необходимо увеличить финансирование на приобретение жилья для многодетных семей. Такие встречи с народными избранниками помогают органам власти быть в курсе дела, оперативно решать актуальные вопросы и определять приоритеты в работе. 21 век, 21 регион, 21 цель. Одно из главных политических событий начала года – послание главы Чувашии Государственному совету. Олег Николаев подвел итоги прошедшего года и наметил задачи на ближайшую перспективу. Слушали послание депутаты всех уровней, руководители органов исполнительной власти, предприятий, ведомств, представители малого и среднего бизнеса, общественных фондов и творческая интеллигенция. Пандемия коронавируса выявила ключевые проблемы отрасли здравоохранения. В первую очередь, это нехватка современного инфекционного стационара, который необходим при возникновении серьезных вирусных угроз. Президент Владимир Владимирович Путин поддержал наше стремление построить новый многофункциональный комплекс республиканской клинической больницы с инфекционным блоком. Задача Кабинета министров
в кратчайшие сроки выполнить весь перечень необходимых согласований и подготовительных мероприятий и приступить к строительству этого важнейшего объекта не позднее конца 2021-го, начала 2022 года. Большая часть послания была посвящена решению социальных вопросов. Активной модернизации будет подвергнуто первичное звено здравоохранения. Планируется отремонтировать 36 объектов медицины. Уже разработана документация на строительство в районах республики новых крупных поликлиник. Важным проектом является будущее, в ближайшее время, строительство многопрофильной больницы с инфекционным стационаром. Безусловно, конечно, очень важно развитие первичной медицинской помощи, поэтому мне очень импонирует строительство новых поликлиник в сельской местности, продолжение строительства и фельдшерско-акушерских пунктов. Вот. Еще бы хотел отметить то, что мы продолжаем программу строительства новых школ. Безусловно, это очень важно, когда необходимо будет ликвидировать полностью вторые смены. Вот. И приятно было услышать, в том числе, что на том округе, который я представляю в городе Чебоксары, а именно в микрорайоне Радужный, в ближайшее время появится школа на 850 мест. И, на мой взгляд, очень важно это и развитие спортивной инфраструктуры, реконструкция стадиона «Волга», появление нового ледового манежа в новом городе, строительство ряд фоков. В наступившем году необходимо построить 5 новых школ в Чебоксарах, Кугесях и Новочебоксарске. Будет разработан новый современный учебник по чувашскому языку. На новый уровень выйдет профессиональная ориентация школьников, чтобы экономика республики в ближайшее время получила высококвалифицированных специалистов. В послании прозвучало поручение о создании целой сети профильных классов в школах. Ну, речь идет, конечно, о таких классах, как электротехнический, IT, медицинский, педагогический. Я уверен, что вот этот формат профориентирования, он, во-первых, даст возможность более осознанного выбора вуза абитуриентам, и, во-вторых, сделает процесс подготовки кадров более продуктивным. Глава Чувашии подчеркнул, что в республике сохраняются введенные в прошлом году преференции для предпринимателей. Олег Николаев поставил задачу создать максимально выгодные условия для ведения бизнеса, сформировать агентство инвестиционного развития республики, задача которого – оказывать всю необходимую поддержку предпринимателям на различных этапах реализации бизнес-идей. Что касается аграрного сектора, то здесь курс взят на углубленную переработку. Олег Алексеевич сегодня подчеркнул, что из Чувашской республики много уходит сырья. На самом деле это так и есть. И молоко, и мясо, и овощи, они в сыром виде уходят. Вот глубокие переработки необходимы. Вот это основная хорошая задача, поставленная главой Чувашской республики. Ну, и плюс к всему этому, он сказал, что с этого года на глубокую переработку до 30% субсидируется приобретаемая техника или оборудование. Это, конечно, дополнительный плюс для аграриев. И я уверен, надеюсь, у нас аграрники будут свое сырье перерабатывать на месте и продавать на рынке. Это дополнительные деньги в бюджет Чувашской республики. 2021 год в республике – год 80-летия трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Предусмотрено немало важных мероприятий. Серьезной социальной поддержкой для детей войны стала компенсация части оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Вопрос о льготах депутаты парламента поднимали с момента принятия закона об этой категории граждан. Спикер парламента Альбина Егорова отметила, что послание стало не только обращением к Государственному совету, оно для всех жителей республики. В начале выступления было сказано о здравоохранении много, об образовании, о спорте. Но самое главное, я считаю, что все-таки это создание рабочих мест, что очень важно для нашей республики. Я уверена, что все те проекты, которые обозначены сегодня именно в послании, будут реализованы. Но мы, как депутаты Государственного совета, Чувашский парламент, готовы все инициативы в рамках реализации послания главы Чувашской республики поддержать и уже на будущей сессии при уточнении бюджета уже все суммы заложить и в бюджете Чувашской республики. Но самое главное для меня ценно было сегодня то, что глава Чувашской республики Олег Алексеевич обозначил именно материальную поддержку детей войны. То, что мы, все фракции в Государственном совете Чувашской республики в прошлом году поддержали, внесли, и глава Чувашской республики этот законопроект тоже поддержал. Он сегодня уже обозначен, и сегодня мы услышали, все-таки категория детей войны, оно будет поддержано в виде освобождения от коммунальных услуг. Это очень здорово. Мы надеемся, что люди все-таки почувствуют облегчение.
В ближайшее время парламент начнет работу над реализацией предложений, которые озвучил глава региона в послании. На прошедшей сессии Госсовета депутаты обсудили некоторые законопроекты, которые направлены на расширение мер социальной поддержки жителям Чувашии. В послании глава Чувашии отметил, что необходимо усовершенствовать деятельность контрольно-счетных органов муниципалитетов. И спустя всего неделю депутаты рассмотрели вопрос о передаче полномочий Счетной палате Чувашии. Именно ее специалисты будут проводить внешний муниципальный финансовый контроль. В начале сессии спикер парламента также напомнила, что 2021 год – год выборов в Госдуму России и Госсовет Чувашии. А значит, необходимо обеспечить открытость и стабильность избирательной кампании. На сессии депутаты Госсовета утвердили расширенный список тех, кому положено бесплатное юридическое помощь. Ее смогут получить участники долевого строительства, граждане предпенсионного возраста и те, кто пострадал от банкротства банков. Сразу два вопроса касались закона об образовании. В частности, речь о тех, кто выбрал семейное обучение. В связи с поступившими обращениями граждан, предусматривая оказание социальной поддержки родителям и законным представителям детей, обучающихся в форме семейного образования. Основания и причины перехода на получение семейного образования могут быть различными. Субъекты Российской Федерации вправе предусмотреть для нуждающихся семей, выбравших семейную форму образования, меры социальной поддержки. Депутаты установили дополнительные меры социальной поддержки учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Дети с ограниченными возможностями здоровья, если в школе они обучаются, они будут получать бесплатно двухразовое питание, а если они будут обучаться по семейной форме обучения, то они будут получать выплаты социальные. Категория получателей, условия, порядок и размер компенсации определит Кабинет министров Чувашии на одном из заседаний. Все фракции парламента поддержали законопроекты. Фракция КПРФ поддержала все законопроекты, которые сегодня на сессии Государственного совета Чувашской Республики были рассмотрены, и полное практически единодушие было всех фракций. Действительно, вот предлагаемые законопроекты, особенно это законопроект, который позволит детям, которые имеют ограниченные возможности здоровья, они не посещают образовательные учреждения, они получат компенсацию. Дети, которые находятся там на реабилитации, которые получают образование дома, они горячим питанием не обеспечены. И их права в данном случае нарушены, потому что деньги одни получают горячее питание, другие нет. И вот сейчас решили мы вопрос о компенсации именно для этой категории детей. Депутаты рассмотрели изменения в закон о прожиточном минимуме в Чувашской республике. Предполагается, что с 2022 года эта величина будет вычисляться, исходя из средней заработной платы по стране с учетом коэффициента региона. Проектом закона предлагается, что размер величины прожиточного минимума на душу населения будет устанавливаться ежегодно, один раз в год, ранее ежеквартально, Кабинетом министров Чувашской республики до 15 сентября. Ранее определялось как стоимостное выражение республиканской потребительской корзины. Ну а пока в 2021 году величина прожиточного минимума установлена на уровне второго квартала 2020 года. Все фракции вновь были единодушны и поддержали инициативу. У нас тут позиция довольно простая. В то время, когда прожиточный минимум был у нас в Чувашской республике плавающий, то есть то уменьшался, то увеличивался, мы в основном выступали против, особенно тогда, когда он уменьшался. Это было, как правило, связано с тем, что дешевели осенью определенные группы товаров, в основном это овощи, и получалось, что на следующий период он занижался. Здесь мы поддержали, величина неснижаемая, но опять же есть вопросы, конечно, к потребительской корзине. Рацион должен быть полноценный. Это была программа «Законодатели». Я с вами прощаюсь. До свидания.